За последние 2 года Паруковская поляна изменилась до неузнаваемости. Появились освещение, детский игровой комплекс, скамьи и урны, уличные тренажеры и зоны отдыха. Проект благоустройства Паруковской поляны – один из немногих городских проектов по благоустройству, который 2-й год подряд выигрывает конкурс по инициативному бюджетированию и продолжает развиваться. Это очень важно, что проект живет именно такой жизнью, значит, что он интересен и инициаторам, и, в первую очередь, наверное, жителям микрорайона Ликон, которые посещают это место. В этом году появилась асфальтированная дорожка по периметру поляны. Ею уже вовсю пользуются бегуны и велосипедисты. Для жителей соседних микрорайонов этот проект действительно важный и долгожданный. То есть эта поляна, она очень востребована, благополучатель у нас получается больше 25 тысяч. Мероприятия здесь проводят и завод «Эликонт», и школы, и техникумы, и детские сады, и завод ЭГЗ. То есть она востребована. Это проект инициативного бюджетирования. Здесь вклад жителей, вклад завода как спонсора, и материальный, и нематериальный вклад спонсора. Напрашивается даже основание под малые архитектурные формы. Ну, то есть у нас все в процессе. Активист у нас профсоюз, совет молодежи, мы выходим на уборку территории, то есть у нас социальный отдел косит, мы убираем уже скошенную траву, то есть постоянно поддерживаем в порядке. Благоустройство точки притяжения стало возможным благодаря механизму инициативного бюджетирования. Паруковская поляна – совместное детище местных жителей и завода «Эликонт». Идея благоустройства Паруковской поляны была давно, много-много лет, десятилетий даже. Сегодня наступил тот момент, когда у нас интересы совпали и городской администрации, работников завода, и вот было принято решение благоустроить. Мы выступили о своей поддержке, заявили поддержки инициативного бюджетирования, провели конкурс. Конкурс состоялся первый этап, затем поучаствовал дом наш Калинина 2 во втором этапе. И вот, что называется, факт состоялся. Сегодня 70% работников завода проживают в этом микрорайоне. И мы хорошо понимаем, что здесь найдут свой интерес и те, которые сегодня работают, и наши уважаемые ветераны, которые долгие-долгие годы проработали на заводе, и самое главное, молодежь. И как только поймем, что потребуется дальнейший уровень благоустройства, однозначно мы эту инициативу поддержим. Где-то асфальтовое покрытие, где-то резинотехническое покрытие. Однозначно с нашей стороны будет полная поддержка. Совсем скоро состоится торжественное открытие Паруковской поляны, которое уже стало излюбленным местом сарапульцев. Мне здесь очень нравится. Добавили спорткомплекс для детишек, горки там. У обновленного пространства уже есть все шансы стать сердцем этой части города. Дело за малым – поддерживать чистоту и порядок.